В Башкортостане собрали более 2 миллионов тонн зерна. Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазарахманов. На сегодняшний день скошено 42% площадей. Средняя урожайность составляет 30 центнеров с гектара. Лидеры по сбору зерна – Стерлитамакский, Лишевский и Оургазинский районы. Озимых культур обмолочено 240 тысяч гектаров, намолочено 730 тысяч тонн. Яровой пшеницы и ржи скошено 500 тысяч гектаров, намолочено 1 миллион 400 тысяч тонн зерна. Урожайность 29,2 сегодня идет. Напомню, прошлый год был 11 центнеров с гектара, позапрошлый 19,6. Из зерновых зерновых в основном это ячмень. Обмолочен 300 тысяч гектаров или 63% от плана. Намолочено 900 тысяч тонн зерна. Урожайность этого года 31,7. Прошлый 14,4. 20,7 центнеров с гектара. Аграрии региона приступили к посеву озимых культур. На сегодняшний день их засеяли на 67 тысячах гектарах или 13% от запланированных площадей. Также подходит к завершению заготовка кормов. Скошено 680 тысяч гектаров кормовых культур, заготовлено 800 тысяч тонн сена и 1,5 миллиона тонн сенажа.